Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг, Виноградова 44, Котлас, Маяковского 47. В субботу 3 декабря в Котласе будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем минус 10 градусов, ночные часы минус 12, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление очень высокое. В воскресенье 4 декабря будет ясно, без осадков. В дневные часы температура воздуха минус 13 градусов, ночью минус 14. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление, как и накануне, очень высокое. В понедельник 5 декабря будет ясно. Температура воздуха днем минус 13 градусов, ночью минус 11. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферный фон останется высоким.